Жители Донбасса должны свободно пересекать линию соприкосновения. Упростить процедуру прохождения КПВВ в агентстве ООН по делам беженцев призывают обе стороны военного конфликта на Донбассе. В организации также заявили о необходимости улучшить условия для людей на самих пропускных пунктах, так как им приходится выстаивать километровые очереди и даже ночевать под открытым небом. Военный конфликт на Донбассе разделил семьи. Часть людей переехали на подконтрольную Украине территорию, другие остались дома. Однако, несмотря на это, родственники не хотят терять связь друг с другом. Чтобы увидеть родных, людям приходится пересекать линию соприкосновения. Я сам посетил КПВВ в станице Луганской. Видел там большое количество пожилых людей, а также инвалидов в колясках. Как вы знаете, там работает лишь пеший пункт пропуска, и перейти через него непросто. Наши рекомендации следующие. Обеспечить мирным жителям свободу передвижения, а также улучшить условия на самих КПВВ. Также сегодня на брифинге агентства ООН представители организации сделали еще одно заявление в адрес украинского правительства. Рекомендовали выплачивать все пособия переселенцам и пенсионерам из Донбасса в соответствии с законами. При этом глава международного ведомства подчеркнул, что место жительства человека не должно влиять на получение соцпомощи от государства, а также пенсии и других пособий. Как представители агентства ООН по делам беженцев, мы обращаемся к правительству с просьбой убедиться в правомерности своих действий. Также мы просим Кабинет министров предоставить соцвыплаты и пенсии всем гражданам, кому они положены по закону, независимо от места жительства.